друзья, классическая ситуация. Очень плохо проходит вода в ванной. Скорее всего, засорился сифон. И сейчас мы его прочистим, но необычным способом. С помощью вот такого цангового зажима. Он приобретен в магазине автозапчастей. Стоит, по-моему, рублей 150. Действует так. Нажимаешь с одной стороны на поршень, и с другой стороны из рубашки показываются усики. Что-то зажимают. И, соответственно, это можно достать. Обычно в автосервисах его используют, чтобы достать какую-то упавшую в труднодоступное место гайку, хомут и тому подобное. Сейчас он нам поможет в прочистке сифона. Как правило, сифон засоряется из-за волос. Все мы это знаем. И вот такие пучки при разборе сифона часто нами обнаруживаются. Сейчас мы это все сделаем дистанционно. Ну, по крайней мере, попробуем. Так, опускаем хоботок нашего зажима цангового вовнутрь сифона. И пытаемся достать что-то. Ага, смотрите-ка, что нам попалось. Вот такие вот пакости встречаются в канализации и мешают нормальному сливу воды. Вот так. Так что, друзья, вот такое ноу-хау. Пользуйтесь. Надеюсь, ролик был информативен. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. И всего доброго.